Впервые за несколько недель в Самарской области зафиксировали снижение заболеваемости внебольничной пневмонии и ОРВИ. Однако в целом эпидпорог по острым респираторно-вирусным инфекциям и гриппу в регионе превышает норму почти на 34,5%. Заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему высокая. Только с начала осени в Самарской области зафиксировали более 12 тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила на еженедельном заседании областного оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Дезинфекция помещений, соблюдение масочного режима и других требований безопасности будут продолжаться. Конечно же, в первую очередь рассчитываем на сознательность людей, на то, что они будут эти правила исполнять. А также мы должны продолжать контроль за соблюдением работодателями, предпринимателями этих мер и наказывать виновных. Мы это обсуждаем на каждом штабе. Не хотелось бы предпринимать меры, которые влияют негативно на деловой климат. Число пациентов в стационарах сохраняется прежним, а вот количество амбулаторных пациентов растет. Сейчас на дому лечится порядка 16 тысяч человек. Об этом рассказал на заседании министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. В больницах занято более 5500 коек, свободно 1049. На очереди находится еще около 360 коек, и, соответственно, их введение в работу будет осуществляться при снижении показателя истинного свободного коечного фонда. По поручению губернатора Дмитрия Азарова амбулаторных пациентов обеспечивают лекарствами. Медикаменты получили 3300 человек. Число диспетчеров скорой помощи увеличили. Для мобильных бригад муниципалитеты выделили 131 машину, однако для Самары необходимо еще 70. Председатель правительства Виктор Кудряшов распорядился найти ресурсы. На базе клиник медуниверситета создан центр телемедицины. Профессора-преподаватели помогают тем, кто лечится дома, а также консультируют по тяжелым случаям, когда требуется госпитализация. Светлана Кудрявцева, «События».